День донора отмечают сегодня во всем мире. Традиционно в этот праздник делают необычный подарок. Дарят надежду на спасение, сдают кровь. Не осталось в стране и республика. В Казани несколько минут назад завершил работу мобильный комплекс Республиканского центра переливания крови. Много ли народу собралось, узнавала Фируза Насырова. Первые минуты и первые литры крови в мобильном пункте не протолкнуться. Желающих так много, что выстроилась очередь. Эльвира Шарапова, одна из добровольцев, говорит, давно хотела стать донором, но не решалась. Я несколько лет к этому шла, и сегодня, день, который Всемирный день донорства, я решила приурочить этот акт. А вот Мансур Гусманов долго не думал. Проходил мимо, увидел мобильный пункт и решил поучаствовать. Сдает кровь уже не впервые, поэтому процедура его не пугает. А с сегодняшнего дня хочу новую жизнь сначала. У меня в садик сегодня сын, перевожу в другой садик. И поэтому как-то надо что-то такое неординарное делать. Некоторые люди не идут сдавать кровь из-за боязни и чувства боли. Для таких людей врачи предусмотрели специальное упражнение. Проверить свои ощущения от укола иглы можно заранее. Достаточно ущипнуть кожу локтевого сгиба. Правда, далеко не каждый желающий может стать донором. Медики сначала интересуются, есть ли хронические заболевания и даже чем питался человек последние несколько дней. Если острый, жареный или жирной пищей, да еще приправленный алкоголем и табаком, то к процедуре не допускали. Мобильный пункт сдачи крови начал работу с утра на площади Свободы. Всего за пару часов добровольцы сдали не один десяток литров жидкости. Для восстановления сил донорам выдавали 300 рублей и двухдневный отгул с работы. Фируза Насырова, Рустем Садриев, Вести Татарстан.